посмотреть? Может посмотреть, ладно. Моя идея. Посильнее можно? Да, прижми, прямо как в Петербурге. Все, подожди. Всю бутылку выливай. Марина, потом взять свою голову. Иля, хватит мою рыбку золотую целовать. Иля, кстати, еще на твоем сайте. Это можно на тему. Вороне же надо там. В YouTube надо принести. Нет, не в YouTube. Еще надо воды. Большой здесь компортивный радио. Залечь. Вода вытекает. Влад, еще залей воду. У нас течь. Я же забыл, что это пакет теряет. Владик, у нас течь. Ну ничего, с коленок поднимись, а? Владик. Владик, у нас сливной бак. Еще добавь воды. Если что, фонтан называется китовый. Владик, мою рыбу. Ну вот. Я кажется, что она живая. Подождите. Значит так, стоп. Я вам скажу, когда запускать. Я сейчас покажу.